опупеть. Опупеть! Опупеть! Народ керамбит! Всем привет, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня, ребята, я вам покажу просто самую жесткую и самую крутую пасхалку, связанную с ёбой, о которой никто не знал. Но, ребята, у этой пасхалки есть один большой секрет. Я вам, ребята, его расскажу только тогда, как только вы наберете 2000 лайков под этим видео. Так что, ребята, быстрее ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. Ребята, это просто полная жесть. Смотрите, нам для начала надо зайти к ёбе. Но, ребят, вы сейчас будете в шоке, я тоже. Это просто полная жесть. Тише, тише. Смотрите, ребята, это ёба. Я к нему подхожу. Смотрите. Привет. Опупеть. Ёба, приветствую тебя. Приветствую тебя. Ёба, а я могу получить один из этих керамбитов? Я могу тебе дать керамбит. Слушай, честно говоря, это мечта всей моей жизни. Я очень хочу. Что тебе надо сделать? Нужно сделать одно задание. Какое? Слушай внимательно. Слушаю. Бери свой АК. Угу. Стреляй в первый керамбит. А сколько раз стрелять? Один раз. Стрельнул. Теперь два раза в четвертый. Раз, два, три, четыре. Два раза в четвертый. Стреляю. Раз, два. Теперь стрельни в третий. Один раз. Так, стреляю. А теперь три раза во второй. Раз, два, три. Все, стрельнул. Теперь у тебя есть керамбит. Да ну, это рофл. А ну-ка. Опупеть! Опупеть! Народ керамбит! Блин. Блин, блин, ёба, я тебя просто обожаю, ты самый лучший, ёба, блин. Привет. Да блин, он начинает по второму кругу повторять эти фразы. Капец, ребята, вот это круто. Вот вы просто обязаны, ребят, поставить лайк, я вам расскажу секрет всего этого. Ребят, ставьте огромные лайки, самое главное, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. Блин, ребят, я в шоке. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.